Всем привет, с вами канал Страна и Гирляндия, и сегодня мы с вами снова сыграем в Вормейд. Насколько я понимаю, карта, на которую мы попали, не очень сильно заселена крупными червячками. Если смотреть на карту, то только 1/4 часть, можно сказать, очень плотно укомплектована играющими. Это левый верхний угол. И мы уже вплотную подобрались к этому скоплению червячков. Ну и чтобы не терять зря время, собираем вкусняшки. Ведь сейчас нужно как можно побольше набрать массы. На данный момент мы собираем вкусняшки, и никто нам в этом мешать не собирается, и это отлично. Ну вот до этого момента. Здесь уже мы попадаем таким же, как и мы, любителям вкусняшек. В принципе, масса нашего червячка не такая уж и большая. Попробуем рискнуть. А вдруг у нас получится кого-нибудь взять в кольцо. А вот и наш хвост, отлично, как же хорошо у нас все получилось. Этот красно-белый, видимо, сильно расслабился и подумал, что ему здесь ничего не угрожает. А зря. Но даже когда мы его лопнем, наша масса серьезно не подымется, ведь он по размеру не намного больше нас. Ну вот, наш соперник лопнул, собираем после него вкусняшки, и как же хорошо, что кроме нас их никто не может собрать. И снова же, как я и говорил, масса у нас на данный момент всего 70 тысяч, так что будем рисковать. Если что, у нас будет еще одна попытка, и мы начнем все сначала, но конечно не хотелось бы. Что-то сегодня начало у нас не такое взрывное, как обычно. И я даже боюсь поставить себе задачу занять первое место рейтинга. Но вы же понимаете, что я буду стараться. Ну а на данный момент у нас задача как можно ближе притереться к самым крупным червячкам. И ждать удобного момента. Вполне возможно, мы их подрежем. Или в крайнем случае будем собирать вкусняшки после того, как они лопнут. Еще немного выжидаем и пытаемся пройти. Отлично, все получилось. И повторяем этот же трюк. Здесь было немножко легче. Ведь расстояние между червячками было намного больше. Ну вот первые дивиденды, один из крупных червячков лопается, и мы первые на вкусняшках. Вы только посмотрите, я думал, что нам серьезно повезло и мы сможем собрать много вкусняшек. Но здесь уже кто-то побывал. Создаем ловушку и собираем вкусняшки после того, как мы подрезали того червячка. И посмотрим, в этот раз вполне возможно мы сможем собрать намного больше. Смотрим. И на данный момент у нас масса практически 500 000. Да, к сожалению, не такая большая масса. Я рассчитывал, что она будет намного больше. Да, жаль, что мы не смогли набрать массу хотя бы несколько миллионов. 500 000 это тоже большая масса, ведь червячок становится большим и менее поворотливым. Но плюс заключается в том, что мы можем создать кольцо довольно-таки больших размеров. И уж тогда кого-нибудь окружить, лопнуть и естественно съесть. Давненько я уже кручусь возле этого червячка, который немножко выше нас. И все никак он не лопнет. Ну вот, снизу лопнул небольшой червячок. Но и эти вкусняшки нам не помешают. Кстати, ребята, я смотрю на рейтинг, и первым у нас является червячок, в которого нету даже 2 000 000 массы.
Смотрим, какие у нас есть бустеры. Отлично, были, конечно, все бустеры, но вот они заканчивают свое действие. Срочно нужно их обновлять. Ну вот, еще один крупный червячок лопнул. Мы собрали немножко вкусняшек. Жаль, что у нас на умножение только один бустер. Ой-ой-ой, по-моему, я зря сюда пошел. Хотя нет, все-таки получилось проскользнуть. Обновили нужные бустеры. И как же хорошо, что у нас сейчас действует умножение на 10. Да, ребята, и мы за это время смогли серьезно поднять массу. И сейчас находимся на 4-м месте рейтинга. Но подбираем еще немного вкусняшек, и вот мы уже на 2-м месте. Да, вот теперь можно ставить перед собой цель, а именно 1-е место рейтинга. А вот сейчас попробуй развернись. Но у нас это получается. Отлично. Нужно накрутить как можно больше колец, чтобы было другим червячкам сложнее ориентироваться. И снова мы смогли обновить нужные бустеры. А вот сейчас проходить между этими двумя червячками было бы, по-моему, глупостью. И мы решили, что нам этого не надо. Риск – это, конечно, хорошо, но не в ситуации, когда ты на 2-м месте рейтинга, и до 1-го места остается совсем немного. Сейчас мы находимся практически в самом верху, около края карты. А вот и красная линия. Как вы думаете, рискнуть пройти около желтого или нет? Все-таки рискнем. Потому что далее, я вижу, есть возможность развернуться. Между пиратом и желтым мы, конечно же, не пройдем, но это не страшно. Возвращаемся по своему же телу, чтобы не было никаких неожиданных сюрпризов. Пират, по-моему, чего-то испугался. Вполне возможно, что мы можем замкнуть около него кольцо. Хотя нет, обидно, конечно. Ну ладно, ничего страшного. Замкнуть кольцо не получилось, будем набирать массу. А я в это время передам приветы. И сегодня первый поздравительный приветик звучит Катюше Тарасенко, Руслану и его сестричке Алине, у которой день рождения. Также свой день рождения отмечает Аня Игольникова и еще приветик ее сестричке Анастасии Масеткиной. Смотрим на таблицу, и наш червячок «Страна и Гирляндия» находится на 1-м месте рейтинга. Ну а мы продолжим приветики. Радужный приветик звучит Амине Закировой, Кабринчук Назару, Насте Влог, Насте Фаенковой и Алисе Фокс, а также ее сестричке Оле и всей 60-й школе. Также приветик Кириллу Карпову, Татьяне Таран, Жиксыбаевой Алине, Ване Монах, Арине, Арише, Диме, Даше, Алине, Тане, маме Ире и бабушке Ольге. Большой приветик Даше Журавель, ее сестричке Тарасенко Кате, Бодаряк Евангелине, Елизавете Рогозиной. Мурмяшный приветик Анечке Котик, Дженнифер Майснер, Криворучка Ксении, Саше Королеву, Саше А. Следующий приветик Лидии Гомоновой, Надежде Борисовой, Максиму Жукову, Даше Судак, Косте Топчий, Аяночке ТВ, Танечке Комлиной, Ержану Амарханову, Кариночке Докучаевой и 4-му Б-классу 16-й школы. Также приветик Алтай Кен, Эвелине Бангл, Вике Лукиной, Елене Потапенко, Кате Ковалевой,
Виктории Брусовой, Мише Праздникову, Рябкиной Валерии, Грозной Софье, принцессе ФНАФ, Андрею Лазаренко, Азизе Исаковой, Владу Васину и Марлинковой Камиле. А также большой приветик всем ребятам, которые в данный момент смотрят это видео. И, конечно же, ребята, не забывайте ставить свои лайки, если, конечно же, вам понравилось это видео. А наш червячок, по-моему, совершил ошибку. Да, ребята, к сожалению, на этом все.